Люди всякое обо мне рассказывают. Все сокровенные, грязные желания, сокрытые в глубинах их разума. Ты ведь за этого недотёпа выходишь не потому, что его любишь. Боже упаси. Да. Ой, что это я сказала? Видимо, дело в его красоте. Если бы дьявол решил уволиться и переехать в город ангелов. Привет, босс. Помнишь меня? Можно твой автограф? Я продала душу дьяволу. Значит, дьявол во всем виноват. Бухло, наркотики, селфи без лифчика. Решаешь ты, дорогая. Возьми себя в руки. Свидетели есть? Люцифер Морнингстар. Это сценическое имя? Боюсь, данное при рождении. Объясни мне кое-что. Почему она погибла под градом пуль, а у тебя ни царапины? Плюсы бессмертия. И что твоя коррумпированная конторка будет делать? Мы закончили. Кто-то заслужил наказание. Плюнь на это. Ты же дьявол. Кажется, к тебе пришли. Миназиль! Тебя просят вернуться в потусторонний мир. Позволь мне глянуть мое расписание. Свободные даты никогда и даже не надейся. Вам подходит? Попробуй. Думаешь, отец сейчас расстроен? Он недолго будет милосердным. От продюсера Джерри Брукхаймера. Необходимо наказать виновных. Давай я тебе помогу. И чем же? Я способен видеть запретные людские желания. Ты типа экстрасенс? Нет, читать мысли я не умею. Я же не джедай. И Тома Капинеса, создателя блудливой Калифорнии. Смотри, учись. Вы об этом подумываете, правда? Вы знакомы? Нет, но я знаю этот взгляд. Так что не советую. Я как ходячий героин, пристрастие ко мне до добра не доведет. Я занимаюсь йогой. Горячей йогой. Что это ты с ней сделал? Елена Уэйсмана, режиссера «Сонной лощины» и «Другого мира». И что, по-твоему, случится, когда дьяволу понадобится помощь? Все эти демоны, все души, что страдают и мучаются. Куда они отправятся? В этом сезоне. У тебя словно иммунитет к моему обаянию. Я думаю, называть это обаянием преувеличение. Тебя прислал мой отец? Как тебя зовут? Люцифер. Как дьявола? Именно. Люцифер. Смотрите в 2016 году на Ньюс Студио.